пока слушали про более про онкологические проблемы среди женского населения России. Информация была очень полная, интересная. Много нового взяли. Обновили то, что знали, старые свои знания. Спасибо всем. Мы очень довольны. Конечно, новое узнаем практически каждый раз. Но новые формы – это новая информация. Подкрепление старой информации. Много нового узнали по поводу вакцинации, по поводу папилломавируса уже среди женского населения. Статистику раковых заболеваний в нашей стране.